С 3 июня Краснодарский край переходит на цифровое вещание. Информацию о том, как осуществить прием этого сигнала, можно найти на сайте российской телевизионной и радиовещательной сети РТРС-РФ. Но люди пожилого возраста не всегда обладают навыками, необходимыми для того, чтобы самостоятельно произвести все необходимые для этого действия. Им на помощь приходят волонтеры молодежного патруля. Скоро придет лето, и за красотой родной природы Галина Михайловна Землянская будет наблюдать вживую. А пока переменчивая кубанская весна играет с погодой, комфортнее смотреть на то, что действительно близко сердцу, сидя в удобном кресле перед телевизором. Я вообще люблю природу, да, всю зелень, всю, для меня каждая травинка. Прежде Галина Михайловна для просмотра телевизора пользовалась услугами одного из провайдеров города, но перебои сигнала часто прерывали мирное течение вещания голубого экрана. Купив новый телевизор, она столкнулась с проблемой отсутствия своих любимых каналов. Благодаря массовому информированию населения Галина Михайловна узнала, что если человек имеет телевизор, выпущенный после 2012 года, то цифровые каналы он может принимать без дополнительных приборов. Попалась на глаза газетка, ну и решила обратиться по номеру лечением Славянске. В объявлении указано и то, что если у вас возникли трудности с подключением, помочь могут волонтеры молодежного патруля, которых женщина и позвала на помощь. Телевизоры после 2012 года, где встроена уже антенна, принимают цифровое телевидение. И нужно только выполнить поиск каналов. Пока телевизор находится в поиске каналов, волонтеры проводят небольшое обучение, показывая, как удобнее пользоваться пультом, как выбрать и запомнить интересующие каналы. Максимальное число каналов, которые теперь Галина Михайловна может смотреть в цифровом качестве, волонтеры настроили за считанные минуты. Теперь, благодаря массовому переходу всей страны на цифровое вещание, дополнительных хлопот у телезрителей станет в разы меньше. Спасибо большое, что приехали. Чудесно настроили телевизор. Спасибо за объявление в газете, за ваши добрые дела волонтеров. Спасибо большое. Мария Климова, Игорь Иванчугов, программа «События».